Всем привет! С вами Time Games. Продолжаем проходить Final Fantasy 13. В перерыве между сериями, то есть между прошлой и теперешней, я улучшил оружие всех. Так, снаряжение, давайте посмотрим. В общем, я увеличил где-то до 20 уровня примерно у всех. И чтобы не записывать это, время не тратить, потому что я потратил на это около 20 минут. Смысла это записывать не вижу. Сейчас посмотрим, как действует. Был 16 уровень, стал 20. Вот у Lightning 22. Ей я немного побольше прибавил. Так, давайте все-таки узнаем, что против них самое эффективное. Потому что их довольно много будет, скорее всего. Ага, то есть им пофиг. Так. Молния лучше вроде действует против них. And I was just getting started. Так, еще какой-то пульт. Ага, мостик. Лестница вниз. Так, а тут я вижу уже какой-то босс. Так, сразу на него нужно сделать анализ. We can win if we stay focused. Так, давайте посмотрим. Так, бить его бесполезно, но получается магия его гасить очень даже нужно. Ну-ка, лёд. Так, там уже много всего появилось. А, ну да, я же это... В перерыве ещё кристариум увеличил у всех. Очки кристариума использовал. Так. Давай, Холп. Твой выход. Thanks. This'll be fun. Thank you. Охотницы кобр. Сделали они себе. Так, я вижу. Чтобы их удары выносили большее количество очков жизни. Тоже умеют на себя накладывать магические заклинания. Да, без медика здесь как-то не обойтись, по-моему. Базука херачит и херачит. Okay?
Мунча. Так, осталось две. Так, ну что, давайте попробуем. Ого! Ничего себе! Так, срочно! Да, жесткие девчонки. Thanks. Три звезды, ну ладно. Так, чем дальше, тем хуже, наверное, я так думаю. Да! Опять этот панцирь. Еще и с этими, с помощничками. Так, давайте используем десептизоль, чтобы нас как бы не увидели. Может, прокатит? Хотя бы. Так. Хотя бы незаметно подкрались к ним. Так, давайте налетчиков вынесем. Сейчас будет больно. Так, пошла руда, бронегуляш. Так, а чё у него? Это я забыл. Чё против него лучше-то? Ага, бить его надо. Бить, бить. Удары. Чё-то пока я думал, без меня тут справились. Так, идем дальше. Так, давайте тоже тут используем десептизоль. Потому что их тут очень много. Так, вот этих вот надо вертолетчиков завалить в первую очередь. Драгунов. Так, ну давай, выноси. Так. Хоп. Давай, личина. Как лучитель, оба. Thanks. Да я не беспокоюсь, ты главное лечи давай. Thanks.
Еще немного, и можно будет переходить в стадию атаки. А, вот только, наверное, после этого удара, который он нам нанесет. Да, вот сейчас холп нас вылечит. И поехали! Вот так вот. И даже в этом игроке все спускаемся. Так, слева, справа у меня вижу какие-то эти шары. Почему мы с ними не до них не сумели добраться? Не понимаю. Ну да ладно. Ладно, ладно. Где-то там прохладно. Так чё? 99-е это последнее сохранение? Да. Всего 99 сохранений. Тогда нужно начинать с первой сохраненки перезаписывать. Я искал тебя, Набат! Ваше высокопреченство, прошу уходите, я их задержу. Почему бы тебе не уйти, Джилл? Или вернее, уйти в отставку. Людям здесь делать нечего. Что? Ваше высокопреченство? Что? Магия? Охренеть. Дайсли! Монстр, ты не можешь так обращаться с людьми. А что еще делать с инструментами? Сноу? Кокон, это фабрика, построенная Фалси. Фабрика для массового производства человеческих рабов. Больше этому не бывать. А на что ж ты способен, обыкновенный человек? Без нашей помощи вы способны встретить собственную смерть? Люди глупы. Безмозглое стадо, опьянённое страхом перед горсткой ЛС. Если бы они только знали, что ЛС затуманивает им разум. ЛС? Имеешь в виду меня? О, дитя, это вовсе не так. Я нечто большее. Я Фалси. Мое имя Бартанделус. Голос святилища и верховный владыка Фалси Кокона. Охренеть. Ваш вид боялся темноты, и мы дали вам свет. Вы умоляли нас о чистке. Разве мы не исполнили ваше желание? А сейчас вы пренебрегаете нашими советами? Знайте свое место! Офигеть! Нолы-палы! У него ко всему сопротивление. А что делать тогда с ним? У него почти 500 000 жизней. Очуметь.
Че ему валить? У него 1000%. Thanks. I am disappointed. This will be quick. Так, а вот правый же быта. А вот. This will be quick. This will be quick. This will be quick. Наплечники вон сшибать сейчас. Иначе никак. Так, ну вроде ничего пока идет. После увеличения мощности моего оружия. Так. Что это он готовит такое? Охренеть! Какое-то магическое усиление сделал. Да. Без медика тут вообще нечего делать. Хорошо, что у нас Хоуп хорошо лечит. Продвинутый у него уровень. Так, практически наплечник один сбили. Ударов по нам будет меньше. Все равно, смотрите, он долбит и долбит. Вообще неимоверно. Сейчас полегче будет. Так, еще немного. Так. Что-то решил я немножко подлечиться. Дополнительно. Обалдеть. Ни хрена себе. Обалдеть. Да это что ж такое-то, а? Это просто ужас какой-то. Охренеть. Ужас. Так, ну ладно, это пропустим. You are ignorant of your place. Cocoon's nothing to you. Bartandalus. Так. Анализ для начала. Правое крыло. Appreciate.
Так, это головы, что ли, получается? Да, которые долбят. Так. Давай, Лантинг, заноси. Так, а вот это мне не нравится, когда он делает магическое усиление. Так, еще немного. Так, ну прикончите его срочно. Так, еще разок. Так, подлечимся немножко. Опять магическое усиление. Что против него делать? Звать-то никого нельзя. Я даже лечиться не успеваю. Вот так, пипец какой-то. Нет, все, нас сейчас грохнут. Just like that. Ладненько, дорогие друзья, я прерываю серию. Нужно какой-то искать выход. Против него буду пытаться, потому что записывать это нет смысла. С вами был Time Games, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и уже до следующей серии. Всем пока.